Яна. Кс-кс-кс-кс-кс. Итак, чтобы увидеть этот эффект, вам необходимо подать разность потенциалов, равную 220 вольт, на кошку. Вот вы видите у меня в руках ВВГ провод. Так, сейчас наведемся. Это я держу 0. Это фаза. 0 необходимо подавать на левое ухо, а фазу на правое. Так, секунду. Яна, не дергайся. О, есть. Яна, посмотри в объектив. Вот. Еще разок. Яна, не закрывай глаза. Ой, зараза. Так. В темноте оно, конечно, лучше смотрится. Сейчас выключим свет. Так, Яна, посмотри в объектив. О, освещение не очень сильное, они все-таки диодные, но тем не менее. Так, свет надо будет включить. Яна, посмотри сюда. Яна, смотри сюда. Вот зараза, а. Не видно, что ничего будет. Так, еще разок. Аккуратно. О, есть. Яна, не рви контакт. В принципе, можно еще зарядить немного, и они некоторое время будут работать автономно. При этом вы увидите характерное изменение цвета. Во. Но аккумуляторы функционируют не очень долго. Да. Также в целях безопасности не советую пытаться подсоединять контакты к другим частям кошки, иначе вас может ударить, и при этом далеко не током.